Уже более 35 участников подали свои работы на конкурс чтецов, организованный Управлением культуры Каспийска. Он посвящен открытию стелы «Город трудовой доблести». Одним из главных условий является прочтение стихотворения о родном Каспийске. Первая основная задача данного конкурса заключается в том, чтобы дети, наша молодежь, начали изучать историю нашего города и знали наших героев. Проходить конкурс будет в два этапа. Первый состоит из онлайн-голосования в телеграм-канале управления. Далее оценка участников будет производиться в специальной комиссии, где компетентное жюри определит победителей и призеров. Победители, занявшие первое, второе, третье место, получат грамоты и ценные призы за участие в конкурсе. Остальные участники получат благодарственные письма за участие в данном конкурсе. Конкурс будет проходить до 13 декабря. Видео со стихотворениями можно отправить по номеру, указанному на экране.